Приветствую вас, мои дорогие. Узнайте, что же принесет вам пятница. А пятница, мои хорошие, принесет вам радость, успех и много прекрасных событий. Возможно, счастливую поездку. Да, и, возможно, даже не одну. Но успех в работе, карьере, бизнесе вам обеспечен. Какие-то еще денежки придут. Работа в удовольствии или дела какие-то будете делать прямо в удовольствии. Какая-то женщина светленькая будет вам помогать. Руса, я тебе наклалась у нее. Да, это все в первой половине дня. К середине дня я вижу, что уделите время себе. Да, о чем-то будете думать, размышлять. Такие внутренние мысли, внутренний диалог. Так, а после обеда будете ждать каких-то новостей. Да, и может быть приглашение куда-то пойти с подружками. Или приглашение на праздник. Да, вот от женщины будете ждать приглашение. Ну, возможно, вы с ней договорились встретиться. Может быть, подтверждение вашей встречи. Ну и встречу, в общем-то, с этой девушкой я тоже вижу. Так, что тут еще? Какие-то новости вам придут ближе к вечеру. Причем очень какие-то неожиданные новости о чем? Новости о том, о чем, в общем-то, вы ждете тоже этих новостей. Мечтаете, что эти новости придут. Да, и они, в общем-то, и придут как раз-таки. Что за новости, я никак не пойму. Потому что тут много новостей каких-то вам придет. Да. И новости придут через интернет, через телефон. Ну, в общем, какие-то новости вам однозначно придут. Волнение я вижу из-за этих новостей. А еще смотрите, попозже вечером я вижу какого-то мужчину. Будете с ним общаться. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Да, будете с ним общаться. А вот. Возможно, от него тоже новости. Возможно, от него новостей вы и ждете. А вот. Что-то вы с ним будете вспоминать из того, что было. Ну, в общем, будете общаться с мужчиной на ночь глядя. Так, карта совета. Давайте посмотрим карту совета. Так, мои хорошие. О, богиня Баст, независимая. Независимость – залог вашей силы и успеха. Вперед и только вперед. На этом я вам желаю всего самого-самого наилучшего. И помните, что вы всегда можете обратиться за помощью к картам Таро. Пишите мне на Вайбер, Ватсап, Телеграм. И до встречи в новых видео.